Здравствуйте, меня зовут Онищенко Денис, и я представляю на Barkempе проект Google Mapmaker. Google Mapmaker – это проект параллельный большому гугловскому проекту Google Maps, известному во всем мире. Цель нашего проекта – помочь любому пользователю нанести географические объекты на карту, такие как рестораны, кафе, улицы, острова, любые вещи, которые вы видите, нанесенные на Google Maps в других городах. Это больше проект для потребителя, то есть для пользователя, который может свои маршруты сформировать, или для, быть может, рекламных компаний. Допустим, я представляю какую-то сеть супермаркетов, да, я хочу их распределить по городу, да, и показать, где они находятся. На самом деле, я думаю, проект одинаково полезен обоим категориям этих пользователей, поскольку обычным пользователям и также интересны очень маленькие объекты, например, местные гастрономы, которые не входят в крупную сеть, или газетные киоски, или общественные объекты, такие как больницы и театры, которые обычно коммерческие организации почему-то не очень охотно наносят. Но в то же время полезны для бизнеса, поскольку бизнес может не только нанести сеть супермаркетов на карту, но также указать время работы, тип платежей, которые возможно принять, и другую информацию, например, контактную информацию, такую как email и телефон. Насколько это будет новичку просто работать с вашим сервисом? Я думаю, что сервис достаточно прост в использовании, но, как и любой другой сервис, в нем есть определенный период знакомства с сервисом. И мы делаем все возможное, чтобы помочь новым пользователям как можно быстрее разобраться в нашем сервере. Мы оказываем такую помощь, как русскоязычный туториал на сайте, YouTube-видео, которые проводят вас, так сказать, от точки к точке, как сделать что-то, нанести улицу или нанести ваш дом. А также просто в форуме, поддержка в форуме очень активная. И как только вы запустите что-то в казахстанском форуме, вы можете ждать, что в течение 2 дня вам обязательно ответят на ваш вопрос. И второй уже момент, хотелось бы тоже его осветить. Вы здесь же не только для презентации своего проекта. Есть какие-то ожидания уже человеческие, на что посмотреть, о чем узнать вот здесь, в рамках Barkempа? Какие стартапы хотели посмотреть? Кому сходить поговорить, с кем познакомиться? Я хотел бы, в первую очередь, как человек, заинтересованный именно в мапмейкере и в электронных картах, я хотел бы познакомиться с людьми, которые агрегируют бизнес-информацию, вот эти разнообразные каталоги, а также с похожими проектами, например, такие как Яндекс.Карты, чтобы попробовать найти способ не дуплицировать наши старания, а прийти все-таки к одному карт-проекту, который будет более всеобъемлем.